Всех приветствую на моем канале, меня зовут Вероника. Сегодня будет видео-расклад про выборы в США в 2024 году. Так, давайте посмотрим, кто вообще будет победителем примерно. Может быть, нам карты покажут, кто это будет, мужчина, женщина, какой вообще возраст. Может быть, даже покажут, кто это республиканец, либо демократ, либо вообще совершенно другое направление. Так, давайте начнем. Выборы в США в 2024 году. Так, давайте посмотрим, как вообще будет происходить. Так, еще хочу вам напомнить, что у меня на канале есть видео про кандидатов в президенты США, про Дональда Трампа. Тоже посмотрите это видео. Так, давайте посмотрим, как вообще пройдут выборы США в 2024 году. Какие вообще настроения будут? Ну, смотрите, да, ну, в принципе, очень благоприятные карты у них. Видите, такое даже какое-то вот обновление, да, будет. Такое вот, и вообще сама карта власти у нас выпала. То есть, и смотрите, да, еще тоже карта такая выпала, стремительных каких-то изменений. В целом, уже, я так понимаю, что готовится постепенно, потому что, видите, карта работы выходит. И какие-то вот даже новые какие-то начинания будут, обновления, возможно. И вот мне почему-то тут выпала карта женщины. Честно говоря, я не знаю, с чем связано. Может быть, женщины будут тоже участвовать в выборах. Так, давайте посмотрим, кто выиграет в выборах США в 2024 году. Так, давайте посмотрим, кто это будет, республиканцы или демократы, представители. Так. С этой стороны у нас республиканцы, с этой стороны демократы. Так, кто это будет? Республиканец или демократ? Так, республиканец, демократ. Знаете, сложно так сказать, потому что карты, видите, почти одинаковые, да? Так, республиканец. И вот, смотрите, тут у меня идет сразу, что со стороны республиканцев почему-то как будто бы будет, ну, представителя женщины. Вообще сложно посмотреть, потому что карты почти одинаковые. Так, давайте посмотрю на оракуле. Может, оракул у нас покажет. Ну, честно, как-то я не ожидала, что так будет. Так, республиканец, демократ. Ну, что-то как-то в этом, как будто такое ощущение, что представитель все-таки демократической партии. Так, еще давайте тоже. Видите, демократическая партия, они все-таки возлагают свои надежды.
Но все-таки, скорее всего, демократ. Так. Так, давайте следующее посмотрим. Кто вообще у нас выпадет? Женщина, мужчина? А сразу говорю, что расклад у нас может не проиграться. То есть не стоит верить на 100% расклада. Так, ладно. Давайте, что за вообще... Что за человек вот этот, который выиграет в выборах в США в 2024 году? Что это вообще за человек? Так, смотрите, у нас сразу же выпало то, что это мужчина. Так. Так, давайте еще другую колоду посмотрим. Что вообще та колода покажет у нас? Покажите, кто выиграет в выборах в США. 2024 году. Что это за человек? Так. Ой-ой-ой, какой-то у меня жучок тут пошел. Интересно, да? Так. Знаете, так и тоже неоднозначно. С этой стороны у нас выпадает карта мужчины. На другой колоде у нас королева мечей. Смотрите, либо это тоже, ну, одна мать та же самая. Так. Либо это у нас мужчина будет. И смотрите, у него какие-то даже вот, в жизни, да, какие-то вот разочарования. Он, видите, что один, получается, что, в принципе, вот прям поддержки какой-то, да, но я не вижу со стороны сильной. У него, видите, он такой, как отшельник сам по себе, и у него какое-то тоже разочарование. Период разочарования в жизни. И вообще, в принципе, да. Ну, я так понимаю, что этот человек не бедный, потому что у него здесь карты выпадают достаточно состоятельный человек. Так, давайте еще посмотрим на другой колоде, попробуем. Потому что пока непонятно, либо это мужчина, либо женщина с таким волевым характером. Сложно посмотреть. Так, давайте на другой колоде посмотрим сейчас. Кто это будет? Мужчина или женщина? Кто это? Что за человек? Что он себе представляет? Кто победит в выборах США в 2024 году? Покажите, кто это. Кто это такой. Так. Что это за человек? Кто это? Мужчина или женщина? Кто это такой? Так. И смотрите, да, опять у нас карты не хотят показывать. Опять у нас показывают трех кандидатов, смотрите, которые важны, да? Мужчина и две женщины. То есть, я так понимаю, что, может быть, даже вот за этим человеком кто-то будет, может быть, стоять. Так. Даже я не знаю, какую еще колоду взять.
Так, может быть, Ленорман возьмем. Ну, сегодня как-то... Обычно у меня карты показывают, но в этот раз они что-то не хотят показывать. Так. Покажите, кто будет президентом США в 2024 году. Так. Посмотрим до первой карты, да, кто будет, мужчина или женщина. Показывает Ленорман у нас все-таки... У нас мужчина. И с ним, видите, сразу же идет женщина. Так. Так, давайте возьмем все-таки вот эту колоду и попробуем посмотреть немножко по-другому, кто первый выпадет. Какая вообще карта фигурная? Король или королева? Так. Да, все-таки это мужчина. Так, у нас король Пентаклей. Это у нас мужчина земных знаков зодиака. Это может быть финансист также, либо человек, связанный с финансами. Также это может быть сфера строительства, земледелия. И вот посмотрите, да, может быть даже в том, в какой-то степени похож будет. Посмотрите. Да, скорее всего, это будет все-таки мужчина. Так. Ну, еще давайте на данный момент, да, чем вот этот мужчина занимается, вот, ну, на этой, допустим, неделе, да, что вот он вообще делает. Ну, как-то, смотрите, про него информация, она как-то вот, ну, закрыта, да? Он какой-то, видите, в прошлом у него такое вот подвешенное состояние было. И как-то вот, может быть, даже какие-то вот сплетни вокруг него крутятся. Так, давайте еще. Так. Ну, опять-таки, вот он сам, да, у нас выпал. Вообще он, видите, такой как вот отшельником живет, в принципе, да. И вот у него, видимо, я так понимаю, что какой-то вот второй мужчина, он либо не работает в сотрудничестве, либо вот отношения у них, то есть какой-то, может, даже рабочий тандем, возможно. Так, и, скорее всего, да, он, видите, ресурсный человек, для него важен дом, и вполне возможно, может быть, даже у него кто-то есть из окружения, молодой человек, может быть, даже это родственник, да. Так, давайте еще посмотрим, кто это вообще такой. Так, влюбленный. Ну, влюбленный у нас еще иногда показывают любовные отношения. Так. И посмотрите, это может быть его конкурент, да? Вот какой-то конкурент, который, видите, всячески как бы пытается помешать. Я надеюсь, вам понравился мой расклад. Поставьте свои лайки. То есть, таким образом вы поддержите мой канал. Я надеюсь, вам понравился
мои видео смотрите, мои предыдущие ролики. Также на канале будут выходить и новые ролики. Всего доброго и до свидания.